Радио «Голос надеи». Для того, чтобы создать трехминутный трек, требуется примерно один день. Потому что задача приходит практически всегда в последний момент. Уже делаешь не потому, что у тебя есть вдохновение или пришла мысль, а потому что надо сдать. Человек с высшим образованием физика и красным дипломом, золотой медалью. Они уже могут быть и композиторами, и звукачами, и дикторами. Мы зараз встановлюємо обладнання в місті Великий Бургу Харківської області. Я сел на 20 часов. Вообще, я даже не ходил есть. Просто 20 часов сидел на одном месте. И когда ты вот сидишь, ты жертвуешь всем остальным, пытаешься как-то вникнуть в это все. Я потом включил ее. Это была лучшая глава, которую я вообще сделал из этой книги. Опять чай пьешь? Доброго ранку, шановні друзі, ми вітаємо вас у нашому черговому випуску. Вітаємо вас, і сьогодні ви почуєте про таке. Наступної середи о 19-й годині ми з вами зустрінемося знову в цій студії. І гостями будуть наші колеги з радіо «Голос надії». Божих вам благословень!